Wer schaut, dass die Leute zu den ersten Party? Ist die Versandgruppe eine gute Einrichtung, ja oder nein? Первый вопрос. Клуб Мивасан. Это хорошее мероприятие? Да, хорошо. Gut. Wer bringt die Leute zu die Versandgruppe? Wer? Хорошо. Кто приводит людей на клуб Мивасан? Кто? Also, die zukünftigen Lieder sollen ja zwischen 4 und 12,5 oder 14%, die sollen vermehrt Leute zum Club bringen, weil es ja registriert ist. Die müssen Strukturen bauen, oder? Итак, будущие лидеры, те, кто на этапе от 4 до 12,5 или 14%, должны как можно больше людей приводить на клуб Мивасан, потому что им нужно регистрировать. Правильно? Also, wie schaut es mit der ersten Frage aus? Was ist Ihre Meinung zu der ersten Aussage? Скажите мне, где это проблем? Что пишет сейчас? Подождите. Здесь этот Русия от Усмайдани Мира. Он только час в Русия. Что не только в Москве. Мало того, где работает уже 16 часов. Also, was ist das Problem? Kommen die Leute zum Club, ja oder nein? Люди хотят приходить на клуб, да или нет? Да. Нет. Ищи. Frage. Что мешает людям, или что препятствует, если вы не даете прийти на клуб? Окей, рабочее время. Один раз пишет и все. Я не говорю сейчас виноват. Я хочу знать, что народ или что у них хватает. Виноват, не виноват, я знаю. И что, вот клуб есть? Системы нет. Что? Система должна быть. Что? Подождите, слушайте, Люди, я слышу. Система тоже ты, правильно? На месяц. А кто будет готовить эту систему? Президент компании его? А, почему вы не видите? So, was also? Kein System, keine Leute. Kein System, keine Leute. Was noch? Was stellen die Leute? Да, 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 Правильно? У меня тоже дачи.
Значит, люди просто фунт не нужны. Просто не хотят заниматься. Не хотят фунт. Что еще мешает людям? Zu registrieren. Для меня легко найти человека, чтобы зарегистрировать Вивасан. Да или нет? Да. Если нет, почему? Что вас мешает? Ведь сейчас уровень будущих лидеров 4%, 14%. У меня маленький вопрос есть. Да? Вчера, позавчера, я думаю, я получил список, где-то 40 человек, которые будут заниматься со мной вебинаром в Москве, да? И я еще не все люди проверил, но там люди есть, которые на 12,5% уже... Понимаете, о чем я говорю? Но смысл такая, 8 лет можно 12,5%. На 12,5% долго деньги не заработаю. Правильно? Это почему, да? Там люди есть много, статистик много, которые несколько лет, между 10-14% туда-обратно. Им не получается, и я не знаю, что. Не по причине, почему он не может зарегистрироваться на такой структуре. Потому что если он не хочет, если он только работает как клиент, его приобретение 4%. Ну, стоит, что они будут попасть на 4% или 12%, да? А где? Что это там для него? Вы не начинали, почему он идет на мой семинар? Если ты пишешь на шляме, это не идет на мой семинар, правильно? Sie sind seit Jahren zwischen 12,5 und 14%. Ja, это люди, которые годами находятся на уровне от 12,5 до 14%. Es sind nicht Leute, die durch Zufall, die sehen öfters im Office auch. То есть это люди не случайные в компании, я их часто вижу в офисе. Oftmals sind sie auch in die Türkei gekommen. Часто они и в Турцию тоже ездят. Ja, aber trotzdem, sie schaffen es nicht. Deswegen habe ich sie quasi provokativ gestellt. Но тем не менее, у них не получается, и поэтому я в таком провокационном ключе и задал этот вопрос. Да, у будущего лидера не получается стать лидером. У него не получается. А? Ну, конечно, все могут быть президент, я знаю. Но факт это так, членство на 20%. Можно выйти на 21%? На 21% это не чвирт, это шверик. А выйти на 21% сложно? Или это сложно? Нет. Это не сложно, честно говоря.
Когда же она начинала, и я начинал так, 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 через 3 месяца он у нас приносит такой ворон. Окей, 96-й год, там все хорошо. Все божественно. Ну, я сталкивалась лично с этой работой, почему люди очень долго сидят на одном и том же проценте. Есть такая русская поговорка: стрелять надо первым, а говорить последним. Это является единственной ошибкой наших лидеров, так сказать. Не хватает самообучения у людей. Самоорганизации, самообучения, именно психологического. Вот. Они думают, что если они знают о продукте все, а о психологии ничего. Поэтому у них происходит, они не умеют изначально правильно поставить разговор между клиентом и собой. Вот. Не хватает именно психологического образования, не хватает именно того, что загружается информация о продукте. Не выявляются потребности людей. Не хватает. Неправильно прописаны цели, потому что человек вообще их не прописывает, эти цели. Совершенно. Мотивации не хватает, что цели, которые... Мотивации не хватает. Да, не прописаны цели. Окей? Цели. Да, не прописаны цели совершенно, и лидер не работает с этим, допустим. Ну, я считаю, что вот я работаю только с теми, кто хочет. Я зря презентацию ну, да, не понятно. Делаю. Окей. Я выявляю потребность, хочет ли человек знать информацию. Отлично. Пожалуйста. Мало контакты. Мало контакты. Ну, понятно, не регистрация, не контакт. Контакт не регистрация. Это будет нормальный контакт, да? Все, что еще? Окей, третий фрагмент. Хорошо, третий вопрос. Können и kann in meiner Struktur die Leute von Rivasan Business begeistern? Я могу воодушевить бизнесом Rivasan людей из своей структуры. Wenn nein, warum nicht? Was the problem? А если нет, то почему нет? В чем проблема? Und Larissa, wie ist nicht schon, ich hatte als Rasodingi, Brabana? Rasodingi? 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 Что еще? Wenn ich mit Leuten über Business wie was anspreche, Sie sprechen auch mit den Leuten in Business wie was an, nicht jeder will Sie hören, ist das richtig? Когда вы говорите с людьми о бизнесе wie was an, вы ведь говорите с ними о бизнесе, и не каждый хочет об этом слушать, правильно? Ну, я не говорю, что человек, но я не знаю, куда. Но человек на вашей структуре. Правильно? Да. Да. Also, не та бывает, не та бывает. Хорошо. Что еще? Не хочет работать. Ну да, это тоже возможно. Хотя получает, но не хочет делать. Понятно, это старые проблемы. Что еще? Слишком хороший продукт. Дальше. Что еще? Что вас мешает? Это человек, который лучше работает на нашей бизнес, он уже чуть-чуть знает. Не готов сделать комфорт, вылезти, чтобы потратить на эти людей. Ага, Лин, а если какие-то старые вещи, что? А? Ага. Also, ist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen? Die Готовность взять на себя ответственность. У меня вопрос есть. Это тяжело? Тяжело для многих, да. Да? Очень тяжело, да? Это надо выйти из зоны комфорта. Они все хотят это делать. Я вам потом скажу, где это правда. Все, и последний вопрос. Так, и здесь есть лекция по адресу твоего имени. Последний вопрос? Так, окей. Вот, дамы и господа. Хорошо, дамы и господа. Гимлер, следующий пункт. Переходим к следующему пункту. И вот теперь у меня очень простой вопрос. Послушайте, пожалуйста, меня. Sie sind kein Leader. А вы не лидер.
Sie sind einfach ein Strukturmitglied. А мы просто член структуры. Sie schwimmen in der Struktur mit, Sie können die Gewassertprodukte, Sie schätzen die Gewassertprodukte, alles ist okay. А вы участвуете как-то в этой жизни этой структуры, вы знаете продукты Vivasan, вы цените продукты Vivasan. Irgendwann habt ihr was von einer Vivaparty gehört, dann habt ihr was vom Vivasan Club gehört. А где-то краем уха вы слышали что-то про Vivaparty, что-то вы слышали про клуб Vivasan. Да. 80% eurer Zeit seid ihr auf der Dacia. 80% своего времени вы проводите на даче. Понятно, конечно. So. Also, ihr führt ein ganz normales Leben. Über Geld sprechen wir jetzt nicht ganz so. Geld ist nicht genug, das ist schon logisch. А, то есть, вы ведете совершенно обычную, нормальную жизнь. Про деньги мы сейчас не говорим вообще. Денег, разумеется, не хватает никогда, so. Это понятно. Und jetzt lesen Sie sich die Fragen auf Folie 11 durch. А, сейчас прочитайте, пожалуйста, вопросы на 11 слайде. Wie muss ein Mensch mit Ihnen sprechen? А как человек должен с вами говорить? Was muss er mit Ihnen tun? Что он должен с вами делать, чем damit er Sie für das Vipassan-Business begeistern kann? Для того, чтобы ему удалось воодушевить вас бизнесом Vipassan. Wie muss ich mit Ihnen sprechen? Как я должен с вами говорить? Was wollen Sie hören? Что вы хотите услышать? Что вы хотите увидеть? Что вы хотите почувствовать? А для того, чтобы вы ощутили мотивацию, поучаствовать в мероприятии клуба, зарегистрироваться в компании. Те четыре вопроса, которые я вам привел на слайде номер 11. Постарайтесь найти ответы вот с этих позиций. Thank you.